Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники печатных средств массовой информации. День российской печати отмечается 13 января. Именно в этот день, в 1703 году, в России по указу Петра Великого вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Петр I считал газету важным средством пропаганды проведения реформ и утверждения могущества Российской империи. Объем «Ведомостей» был регулярным – 22 страницы, а вот тираж разным – от 36 номеров до 30 тысяч. Газета стоила достаточно дорого – от 2 до 8 денег. Деньга – монета, равная половине копейки тех времен. К примеру, наборчик тогда получал от 3 до 4 денег. Первыми журналистами выступили чиновники и сам Петр I. В своих статьях они рассказывали о реформах и позиции государства по тем или иным вопросам. Сегодня в России зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий. Ежедневно распространяется свыше 20 миллионов экземпляров газет. В нашем районе издаются информационная газета «Заря Кубани» и коммерческие «Солнечный дом», «Вечерний Славянск», «Наша газета» и «Радуга». Поздравляем коллег с профессиональным праздником. Желаем интересных тем для статей и творческих успехов.